В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем предпоследний день октября с погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью западный, днем восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днем 16-21 выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесске ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В последние дни октября отмечают семейный праздник. Это день бабушек и дедушек. Старшее поколение является серьезной опорой в воспитании подрастающего поколения. Особую роль в жизни каждого ребенка играют бабушки. И сегодня гость нашей программы – многодетная бабушка из села Дружба Рахимат Бастанова. С ней встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Рахимат. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и снова пришли к нам в гости. В эти осенние дни отмечается прекрасный праздник. Он называется День бабушек и дедушек. Кого, как не вас, пригласить к нам в гости в качестве бабушки, бабушки-примера, у которой 7 внуков. Я знаю, что у вас 4 внучки и 3 внука. Ну и я хочу у вас узнать, как вы их воспитываете? Вы строгая бабушка? Я знаю, что вы трудоголик, вы много работаете, у вас с 12 лет трудовая книга. Естественно, физический труд, я думаю, тоже не обходите стороной в воспитании своих внуков. Ну, не сказала бы, что строгая, но так держу все под своим контролем. Как бы воспитываю, вот как воспитывала своих детей, всегда в глазах, на глазах мои внуки, внучки. И как-то я, знаете, приспособилась вот к ним таким образом, чтобы каждому отдельный подход. Mm-hmm. Вот, у каждого свой характер. Mm-hmm. И они, знаете, любознательные. И каждый вот смотрит в глаза и хотят что-то новое услышать. Именно от бабушки. Я тоже стараюсь им привить любовь, первым долгом любовь к труду. Еще, знаете, чтобы они были взаимоуважаемы друг к другу в семье. Еще самое главное, что вот в моей жизни, чтобы они были добрыми. Вот когда человек добрый с детства, он никогда злым не будет. Вот мое вот это кредо, чтобы доброта всегда была у всех. Вы показываете, как надо обращаться с животными, с домашними. Я знаю, что у вас там большое подсобное хозяйство. Знаете, они вот выросли вот на глазах вот у меня как бы всеми животноводами. И дедушка был животновод. Вот, как говорится, мы все любим скот. Ну, конечно, они вот у старшего сына, вот 5 детей у него. У него мальчики вот до того привитые любовью к животным. Даже вот увидишь, как они вот и ко мне приходят, любят животных, короче, они любят. Вот любят, что они видят вот у нас, вот в своем, моем, как говорится, доме. И они у себя вот это делают. И ко мне приходят, помогают. Есть такое пресловутое выражение, что внуков больше любят, чем своих детей. Вы согласны с этим? Вы знаете, любить надо всех. Это говорят, да, правда, но по мере, как-то в меру надо. Вот своих детей любишь, а этих еще больше любишь. Ну, как-то, знаете, все равно любовь к внукам больше как бы, или жалость какая-то. Может, она другая немного? Да, вот знаете, жалость, вот какая-то любовь. Вот любовь, вот я не могу передать. Любовь, вот. Нежность, может? Нежность, вот ты вот правильно вы, Белочка, мне подсказали. Вот такое, чтобы они никогда не болели, никогда не чувствовали, что у них всегда опора. Я хочу быть всегда опорой для них. Белочка, спасибо вам, что вы меня пригласили, мне очень приятно. Вот я от имени всей вот республики нашей бабушек желаю здоровья всем, чтобы внуки были здоровые. Радовали нас бабушек, дедушек. Вот всем я желаю здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на ногайском языке. Затем программы «Ногайская редакция» в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.